Сегодня глава муниципалитета Юлия Купецкая провела личный прием граждан. Серпуховичи обращались по вопросам капитального ремонта домов, незаконного строительства, благоустройства внутридворовых территорий. Жители дома 4А по улице Крупской сегодня побывали на приеме во второй раз. Проблема подтопления их подъезда после сильных дождей будет решена, заверила Юлия Купецкая. Во дворе проложат новые коммуникации, оборудуют ливневку. Стоимость работ составит 2 миллиона рублей. У меня 6 таких дворов на сегодняшний день, которые остро кричащие, которые мы накладываем в территорию. Торги мы объявим, но в течение этого месяца. Но окончательно работу выполнит январь-февраль. Весной вы уже плавать не будете. Работы эти выполнят. А жители дома номер 10 по улице Химиков обратились с просьбой провести капитальный ремонт их дома. По поручению главы на этой неделе двухэтажку обследует межведомственная комиссия на предмет аварийности несущих конструкций. После этого будет принято решение о целесообразности проведения работ.